Национальный проект «Жилье и городская среда» реализует в Барнауле уже 6 лет подряд по муниципальной программе формирования современной городской среды. За это время удалось преобразить сотни городских дворов, уложить асфальт, поставить лавочки, детские игровые и спортивные площадки, установить освещение. На сегодняшний день в Барнауле больше 3000 многоквартирных домов, около 40% обновлены. Сейчас уже вот для программы характерно то, что таких вот заявок с откровенно плохим состоянием двора, да, с ямами, там это уже гораздо меньше. Заявки уже подаются, скажем так, на комплексное благоустройство. Создание пешеходных тротуаров, на создание новых детских площадок, спортивных площадок, новых контейнерных площадок, освещение. В этом году под благоустройство попали 65 дворов. 10 работы уже на стадии завершения. Отметим, львиная доля средств на благоустройство поступает из федерального бюджета и лишь незначительная ложится на плечи горожан. По этому году общая стоимость контракта 241 миллион, 241,6. Из них федеральный бюджет нам предоставляет 213 миллионов. Краевой бюджет 2,2 миллиона рублей, городской бюджет 11,5 миллионов рублей. Соответственно, оставшиеся средства 14 миллионов – это средства жителей, внесенные по софинансированию на вот дополнительный перечень. Дополнительный перечень, я напомню, это детские спортивные площадки, это парковки. Нацпроект продолжит реализовывать и в следующем году. На это заложены средства, подано 97 заявок от жителей. На заседании общественной комиссии их рассмотрят и оценят. Все, кто еще только мечтают улучшить свою придомовую территорию, также могут заявиться. Но уже не на 2023, а на 2024 год. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.